Как относишься к Атману, уже отвечал. Тебе же отвечал парень. Алика, не Витю спасай. Нехуй хуйней заниматься, он в край хуевает, начинает. Ладно, если бы он на человека какого-то только агрил, он свой чат хуесосит. Дай ему пизды, братан, спасибо. Ну, ребята, это его стрим, его правила. Я ничего с этим не могу сделать. Если я ему что-то буду рассказывать, это будет не совсем правильно. Если он считает нужным вести себя так на своей трансляции, то дай бог здоровья. Я ничего против, ну, этого не имею. Это на самом деле от него все зависит. Так что мне вмешиваться в это точно не стоит. Какое у тебя образование? Вещае морское. Как по Дексу относишься? Да я даже с ним не знаком, ребят. Я видел, что он стримит сейчас вроде. Мы с ним играли пару раз, когда Лёшка еще в Роксах был. Ну, такой спокойный, взрослый типчик, хороший, адекватный. А больше я ничего сказать не могу-то по факту. Потому что я, опять же, с ним не знаком. Насколько я знаю, он хорошо, ответственно там вел себя, когда Роксов там менеджментом занимался. Вроде активный тип такой. Талик, ответь, что с Вовом? Почему вы не играете? Да господи, сколько вопросов про Вов и одни и те же практически, ребят. Вов не играем, потому что я один не хочу стримить сейчас его. Бандой надо играть. Дрюс там еще где-то ездит. Так, фласочку мы, наверное, себе подвезем. Хотя на таком ММРе, если не будут генчить. Не, пока ботл поставим, будет. Ребят, нам нужен курьер очень сильно. Спасибо, Бара, дай бог здоровья тебе, братиш. Его купил. Надо куда? Только не надо в миде стоять, мы по-братски. Здравствуй, Алекс, скажи первый... Да пусть твои Бара родители всегда живы будут. Первый удар сразу прощит. Ты болел ты никогда. Самора, Дизоли. Я, кстати, об этом никогда не задумывался. По-моему, да. Аминь. Потому что тычка с молда у Ланаи точно засчитывается и бьет больше. По минус армору. Хотя хер знает, это надо экспертов доты спрашивать. Это не по адресу вопрос. Я там по механике доты не особо такой сильный. Так, жирная хуйня, окей, без итимов, на ботл сразу копит. Без щитка это хорошо. Ботл у него уже есть, хорошо. Ну только опять же, без щитка это проблема у Пуджа. Вообще Динайт пытается, да хуел совсем валет. Трипл вверх. Трипл вверх, ха. Ощущение, как будто я с какой-то сборной чертогана играю на этом мэре. Ничего плохого не хочу, конечно, сказать, но голоса у всех очень жесткие какие-то. Как будто они все бухают лет по 10. Я говорю, Лина, сейчас без, это... Без передыха, блядь. Там от печени нихуя уже не осталось. Подожди, но они продолжают деградировать, дальше бухают и играют. Подожди, не надо. Его, не дрочи судьбу. Не дрочи судьбу. Ладно. Ты куришь что-нибудь, кроме сигарет? По кальян периодически. Последний раз его не было. Кстати, очень охуительный кальян был. Электронный. Лёха пытался еще какой-то другой там сделать. Там с ним что-то не получалось. Мы его раскуривали весь вечер. Ну, не мы, а он. Он старался, но не получилось. Электронный был охуительный. Это прям находка. Для тех, кто хочет кальян себе. Ты готова? Чтоб вальца не ебать. Я готов. Ну, если ты готова, полетели. Давай юбку в руки и помчали. Братан, смотри, под юбкой нырни по пилотку, бля, смотри, как она сексуально стоит. Нырни там, братан, я тебе говорю, вообще в тему будет. О, нырнул, отлично. Блядь, походу дефолтного шаурменчика напоминает. Пиздец, как возбуждаешь, я аж в ахуе, блядь. Бля, каратель, а ты это, как тебя зовут, братан? Степан. Степан? Да. Бля, ты в натуре тот Степан? Я просто думаю голос за комбрана, мы вчера бухали с тобой, ты что забыл что ли? Нет, братан, я не бухаю, я занимаюсь спортом, ты ошибся. Ты за здоровый образ жизни? Да, я. А брат-близнец есть у тебя тоже Степан, нет?
Конечно, если у нас четверо сразу, четверо Степанов. Сразу мама четверых дала, да? Этому прекрасному миру. Нет, отец постарался, блин, семена сразу такие, понимаешь? Богатырь мой отец. Качественные семена, да, были? Да, 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 да. Жесткий тип. Четыре Степана такому свету, это прям подарок. Так, подождем, тапки как раз у Пуджа Хаста кончатся, и можно будет ему ебало поднабить. Но тапки, походу, не скоро еще будут. Забирай его, хорош, вот, станчик кинул, ты его забрал, молодец, все, давай, я на Б. Рули ситуацию. Только смотри, не шали, СФ, не шали. Происходит. А то дядя Степа может и злиться. Знаешь, раньше мультик был, дядя Степа великан, вроде бы мент. А ты его как будешь разъебывать, если он согрешит сейчас на линии? Прям ебалом будешь бить об клавиатуру или как? Или в микрофон сильно кричать? Кого? В микрофон сильно кричать. Кого? Ну и Сефа, если он согрешит. Ну если Сеф согрешит, тогда я каратель, покараю его. Ты каратель, ты покараешь его. Не, ну это в принципе логично, да, братан, да, сори, да. Я тебя тут отвлек такой хуйней какой-то. Бог мне судья. Видит бог, я не хотел, да? Ибо я согрешил. Я думаю, наш бог, Господь Иисус, не будет против, если я тебя покараю. Что он несет? И во имя Сына и Святого Духа, аминь. СФ, готовься. Готовься. Что Марк хочет? Иди всю жопу в отделение, сейчас. Не так, не базар, а то попа как у макаки будет, смотри, без вазелина. Ладно, шутки в сторону, я смотрю, все позитивные. Ребята, давайте порвем, сделаем. Сейчас мы их вас все просто туда-сюда повозим, понимаешь? Да нет, надо Рашана Джамшуда позвать, и они шпили вилли сделают. Шутник, шутник. Базарану. Это пиздец меня гасит, это вот хуйня, блядь. Что, дагерочек сразу взять или? Я, в принципе, могу лотар взять и дагер в этой игре. Как замечательно. Как заноса в заднице, да, честно говоря. Да дают! Ай, Нина! Ребят, жирный мисс. Осторожней. Будьте предельно внимательны. Жирный ушел? Да, жирный в поиске. Добычи. Это всё из-за спайса. Мясо, походу. Он же сказал, что он здоровый образ жизни ведет, ребят. Показалось, что Абдуль... Надо с этой стороны. Позвольте на ДМГ, да, ребят, да, уже да. В стэшике все. Не, походу там стоит. Он хуканет, он пидорас, смотри. Давайте лотар ебанем. Прям качественно будет, по-моему. ДСС, блядь, мидер порылый, блядь. Все понятно. Понятно, все понятно с тобой, парень. Он еще много сказал, что жирный идет в поисках. Ты слушать умеешь, братан? СС был. Не гони такую хуйню, не пиши. Не говори такую вещь. По-моему, он грешит, согласитесь, парни. Корзина глицерина. Спасибо большое за поддержку. Я там что-то начало прочитал насчет электронных сигарет. Я об этом насчет цимунчиком, насчет этого вопроса разговаривал. Он там какие-то советовал жесткие. Двоих забирает. Но пока руки не доходят. Где крепостной, блядь, ёбаный урод. Ну вообще есть, конечно, в планах, я просто смутное заебался, что и курю его воняет в комнате, давай, очень жестко, даже хоть и на балконе курю. Астан! Но все равно. Да и типа со здоровьем поменьше проблем будет. Пиздец, молодец! Дует! Дует! Пиздец, молодец! Дует, да. Дует, пидорас. Пишет он. Дионка, ты че бустишь? Нет. Наебал меня, Каян. Да, бустер, бустер. Я даже стример еще, братан.
Кто ты? Стример. Ютубер, да? Нет, твичер. Пацан играет на рейтинге 900, нахуй. Я тебе могу дать твич, посмотришь, зайдешь, хочешь? Братан, ну на этом рейтинге, поверь мне, много нормальных ребят играют. Просто рейтинг такой, что, блядь, понимаешь, тут всякие долбоёбы, его отсюда поднять, самая жопа, это самая жопа, очень трудно. Очень трудно поднять жопу, это пиздец, блядь, хоть ты великим игроком будь, но если накал у тебя птицы... Слышишь, Сеф, хочешь, я тебе дам ссылочку, зайдешь на стрим, посмотришь, хочешь? Да нахуй, нет. Не, я СФ уговорю, он мне не верит. Блядь, ну оставьте его, он бедолага, он, кстати, и так бедный, бахнул. Бедолага. Пиздец, встань! О, господи, как он орёт. Пойди. Сука. Так чё, СФ, пойдёшь на стрим ко мне? Не хочет. Он меня походу замутил. Не, братуха, я просто ку... Приятного аппетита, братан. Я бы к тебе пошел на стрим, да у меня свой, понимаю. Не, ну ты мне не веришь, я прям по тебе слышу. Ты чё, я тебе не верю, я как стримера-то вижу, как рыбак рыбака видит издалека. А сколько у тебя подписчиков, братан? Ну сотка с хуем. 100 000? Конечно. Я понял. А это хуйня, ёбаный, 100 000, ебало, 100 000. Я начинающий, ты чё, я начинающий, только как бы в этом, знаешь, вот после Нового года буквально через дней 5 начал всю хуйню. 100 000 подписчиков, я понял. Жирная окаянная тварь, смотри, вон она, пора бежит на него, пойдем заберем эту окаянцу. Давай, голь. Ты взял спугну? Ты пиздец, крас... Геннай опять. Дядь, еще и самоубийство совершил. Самоубийство. Харакири хули, блядь. Симпуки. Что там происходит? А, это Да, ставьте его, он бедолага, реально, смотрите. Я пойду за рункой схожу. Так, ну что, дизольчик возьмем для эффекта. Так, ребят, у меня на стриме попросили 400 дэмэджа дуэлями набить. Вы не против, если мы заканчивать долго не будем? Да не-не-не, долго, надо по-быстренькому закончить. Долго. Ты спешишь, да, Степан? Степан, спешишь? Да, братан, спешу, пиздец, как спешу, ты не представляешь. Гайф, ну, Степан спешит, ребята, я не успею, походу. Не успею, походу, набить себе. Клоушная. Соска, смотри на эту соску. Степан спешит, мы не успеем, все, пизда. А его хуйня, дэмэдж не успею набить. Но я пушить не пойду, пусть сами пушат. Будет получаться, будут выигрывать. Ну хотя если я буду сейчас просто всю карту ебашить. Моя школа, мой ученик. Я твой батька, делай вещи. Ты чё, по листочку эти слова сейчас читал? Не-не-не-не-не, я это сразу в цвет говорю, как есть на самом деле. Хули мне, блядь, ебаный, с листочка еще писать на листочек, с листочка потом тебе говорить. Тебе не стыдно? А он-то при чём? Тип какой-то разговорчивый чересчур. Мне было бы стыдно, например. А чё постыдного-то? Ты подготовился к речи для команды. Я его жирного рот ебал, блядь. Я этого вонючего рот долбил. Почему он Степан, ну, блядь, разговаривает, как хач, гайс, кто-то? Не греши. Бог все видит. Да простит меня Иисус за то, что я совершил. Так Иисус не Бог же. Это Сын Божий, понимаешь?
Ты чё, Библию не читал? Нас-то он бог, ты чё? Да кого как, я тебе говорю, для меня он был... Он людей повёл на путь истин. Да, конечно. Я так сильно... Ой-ой-ой-ой, смотри, что тут... Помощи ноль, ноль помощи, ребят. Простань, блядь, простань его. Простань его. Просим рапирку, ребят, я ее закину вот так вот еще раз. Уходи, ты дебил! Угнал, ульт. 900 ММР, разговоры о боге. Интеллектуально, ребят? Угнулся, где ты сюда? Духовно, духовный стрим, обогащающий. Надо сбеги вниз куда-нибудь, там беги. Ребят, про бога попиздели, может о политике начнем? Ты тише будь, а то тут все-таки Владимир Владимирович сидит рядом. Это ты что ли, Володя? Да Володя только у меня в гостях был, я, блядь, ты чё, он сейчас только со мной армянский коньяк с шашлыками башил, блядь, он сказал, ну вот нахуй, я уже готов, я пойду посплю, блядь, он спать пошел. Все, я понял тебя. Это уже поплавало, по-моему. Так он тебя наебал, он пошел спать, в окно спрыгнул, ко мне поехал. Да, вот что за тип, а вот жук. Вот нынче доверяет, да, президентам? Ну да. Бля, я не возьму, да, его? Ну он мужик хороший. Ой, контратаки, спасибо Фуриону за это, но, блядь, я не успел. Ёп твою мать! Синпуки! Что это за хуй? Нихрена себе, там хавает конкретно. Лего, где ты? Бляя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 я
Этот ультимейт от Фуриона, это пизда. Да у Хима цеплять, он в лесу падал, отвечаю. Иди на меня, бар. Барамана тратится, братан. Дай ему ультимейт, ультимейт ему ебашь. Тебе пизда. Помогите. Ой, как там? Степан, мансануть, манса... Ой, братан, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тимека, тимека, блядь, яфица, яфица внук, нахуй. Сюда, все, пизда, я все, нахуй. Бля, ребят, с ними сложно будет выиграть. Я уже заметил это. Братан, надо было вниз по руне бежать, я бы тебя спас бы. Я в такую еще безысходную ситуацию не залезал, ну ладно, нахрен. Я в печали. Мансуй, сейчас прыжок будет, сейчас... Мансуй вправо, вправо, вправо. Ой-ой-ой. Пуджик, сука. Ну ёб твою мать! Сын, братухи, иду к тебе, сын, давай. Дайте со стана выйти. Ну убить, 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 нахуй, хорошо. Хорош, давай. Ну, еще о, будет, господи, это будет трудно. Блядь, жирный пидор, блядь. Жирный, вонючий пидор. Не, ребят, тут 400 дэмэджа под вопросом. Потому что тут, тут под вопросом ПТСики уже точно. Дай ссылку Барри на его стрим. А, это не Барри, это, по-моему, Сэф. И Сэф, отдашь ссылочку на свой стрим? Да, конечно, ёпт. Давай, кидай. Ребят, у меня 1.5 миллиона, весь Китай, от ребёнка до, от, до этого, до деда подписаны, блядь, ёбаный рот. Он за стами? Нет, да? Я китайца за, нахмурил жестко. Чем ты его нахмурил? Хуем между носа и верхней губой водил? Да нет, ну хуй может у тебя между носом, братан, блядь, ну блядь. Не-не-не, ты блядь, ему хуя между носом водил, китайцу. Между носом и верхней губой. Как папиросы, да, знаешь? Да ты хуйню несешь уже, друг. Не то есть вы сейчас ни хуйню я несли все эти... Блядь. Сколько там, 17 минут, блядь, со старта? А давай, сука. Так, топорик мы оставим, да, топорик оставим. Потому что Фурион все-таки против нас плеет.
пиздец, ну ты молодец, нахулина. Ну, я что, я не... А, Бара мой стрим спрашивал? Бара, ты спрашивал? А я удираю, удираю, удираю. Ботинок, ботинок, сейчас. Сними, ботинок, братан. Сейчас подерусь с молодыми и скину посылку. Я съебался, нихуя себе. Так тебя сам боженька провожал, ебать. Спасибо, Пугна, дай бог здоровья, братан. Охуительный декрипифай, красавчик. На, Бара, ссылку тебе. Пугна, никогда в жизни не кидай этот спелл, слышишь меня? Пугна, никогда не кидай второй скилл. Ты чё, ёбаный рот, делаешь? Я сейчас дуэль просто так Сларку отдал. Ты издеваешься, блядь? Не кидай второй скилл в замесах, вообще. Это пиздец. Братуха, мы легких путей не ищем. Ну, блядь, я не хочу проигрывать. Тут уже речь не о 400 дэймэджа с дуэли идет, а о том, чтобы выиграть, блядь, с вами. Это пизда вообще. Окаянный, сука, пидорас, блядь. Да, такой хуйни я еще не видел. Это пизда вообще. Бара, привет. Так, ну дизольчик есть, тут походу я не знаю, что надо собирать, БКБ какое-то. Или в пизду его. Без проблем. Да. Не, давайте Бара, БКБ. Разгон, давай, чё ты стоишь? Или Блейдмейл. Давайте Блейдмейл ебанём. Мне нравится Блейдмейл. Дайте курицу мою. Бара, да. Да, это в инвизе все помчал, тебе помогу убить, даже со стилю, если хочешь. О, господи! О, господи! О, господи Иисусе, какая боль! Бара АФК стоит? Ну, стрим смотрит, наверное. Или заходил на стрим. Пугна вылетела, мы его не ждем, ребят. Он нам нахуй не нужен. Братуха, надо Охима цеплять, мне вообще не нравится. Наказали, блядь. Курицу он убить хотел, молодой. Бара, можешь сидеть стрим смотреть, братан? Мы выиграем тебе игру. Лего, пойдем пушить, да, братан? Пушить надо. Надо пушить, думаешь? Не, я не хочу с Пугной идти пушить, потому что он декрипифай кидает. На типов. Бара, так ты зашел? Добро пожаловать, братишка. Где котел? Куда он уебал? Котел куда-то съебнул. Ой, лотарчик там, да? Достов нету. Я сейчас пойду алхимика в кустах искать, он по-любому... У них варды нахуй есть. Да, у них варды стоят. Нет, по-моему, нет. Фура, по-моему, хуй на них положен. Блять, лол, где он? Да, Легионыч, подлетай. Бляй, пиздец. Пиздец, изи фраг. Пиздец. Тебе ШБ сейчас была бы в тему, например. Сын Виза, собери даггер. СФ. Да-да-да, я покушу. Сейчас даггер пока не буду. Бля. Легионыч, на меня, на меня. Давай, легионка, я тебе помогу ульту кинь. У меня нет этого ульты.
О, алхимик. Ой-ой, уходи. Алхимика, давай. Там сзади путь. А. Сука. Да, у меня лотар сейчас кончится, я сюда. Выбегаем нахуй с этой конторы, блять, короче, в пизду. Надо фармить идти. Куда котел делся, я не знаю, он куда-то убежал. Нихуя там НСФ мансует. Ох, ёбнешься. Ебануться, что делает этот тип. Просто дикарь какой-то. Отвечаю. Не пуч, а дикарь, это бустер. Алхимика. Килимюш, килимарта. Эгита харлок. Бля, Фурион уже на миге. Окей. У них варды еще, походу, есть, да? О господи! Ну все, ребята, это пиздец. Я дэймэдж себе ищу, братик. Нахуй ты иди кидаешь Decreepy 5 в дуэль типа? Зачем ты вообще свой ебал открываешь сейчас? Сука. Парализованный уебок. Так, Фурион такой плотный молодой человек. Ребят, давай, отвечаю он, пусть, ребят. Досты покупает, хуки хорошие. Подожди, куда ты разбежишь? Да он убьет его в соло, там 900 хп. Только урну и момчик надо заранее кидать. Просто забил его светильником нахуй. Видно, наверное, поебу светильник. Композиция. Красавчик, удачно с ним, спасибо, ребят. Спустя 5 минут Алик понял, Алик в ушах. Так а что, не в другой гарнитуре-то, это ж уши. А Рухима надо цеплять, но... Вон и миди пизды дадим, поехали. Я котла сейчас хочу заебало, и ебем ему ебло. Сейчас пуч хуканет, я ебало. Не хуканет, я прям ему ебало бью. Ёб твоим отделом. Просто легчайший, ребят. Алхима следом, не дробя. Да нахуя, пойдем ХГ пушить. А, да, я думал, уже все, давай ХГ. Давай, мужики, дело вещь. Бара, ты заебал куру, оставь, давай мы тоже заберем его. Высекаем быстро, мы сторону можем уебать. И мили барак еще. Бля, это порик продал уже. А, не продал. Все, по съебкам давай. Можем подождать, они сейчас вылезут, мы еще раз пизды дадим на развороте. Они думают, что мы ушли, поехали, мы не ушли. Ты серьезно что ли? Давай, братан, беги! Ну тебя нахуй, получай пизды. Ладно, давай уходим, так неинтересно, легионы сейчас, ну тури все смажешь. Окей. Что делает этот котел? Не нахуй оставьте, сука, ты конченый, нахуй ты куру пиздишь, вы заебали куру пиздить, ребят, не пиздите куру нахуй, солью его. Никто и не брал, я заебался ждать, пока до тебя дойдет, ну. Все, уходим. ДД, Лего, иди ДД забери. Я на боте иду. Блядь, Пугнат, сука, оставьте куру, блядь. Проститутка, блядь. Лего, подшорканная потайская, блядь. Какие сенхи взял Алик. Game Zero. А ну, Рошу забери. Да, братан, подожди, не понимаю. У меня Егис не нужен, у меня слотов нету. Поехали, кому-то Аегис сделаю. Кто там бежит?
ёбаный рот. Все, отлично. Кто там еще? Рыба? Нахуй отсюда. Поехали трон. Поехали трон. Я под ДД, я сейчас быстро разнесу. Поехали. Закончим за 28 минут. Хули нам делать? Я говорю трон, ребята, помогайте трон. Ну а сбить же там что-нибудь, не? Хуярьте трон. Чё-то вас ебут, молодёжь. Ну вот сукин сын, а. А мега крипов замутим. Так какие мега крипы, о чём ты? Поехали уебём их. Смотри, я побежал в пятерых. Давай, давай, отчаянный. Один подскользнулся, поехали дальше. Ты видел, как они испугались? Как они испугались? Ты видел их? Пойдем, пойдем Аегис возьмем. Они обосрались. Фугнаруинер. Какой трон, Олег? 400 дэмэджа. Не получается, ребят. Я с ними не выиграю, если мы еще долго будем играть. Пара, беги, как никогда не бегал. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Да, именно из той серии, ребят. Нихуя, что там происходит. Нас бомбят, ребят. Да я вам ебало набью, ты чё, блядь? Валера. Мне не нужен Аегис, нет. Но у меня там типа слотов не было тогда ещё. О господи, эти лошади. Иди сюда, Валет! Бежать решил, сучий помет. Пусть трон, дядя. Не, ребят, ну они тут сами снесут, тут уже голый трон. Забей, 400 дэмэджа не получилось сделать. 166. О, ребят, красавчик. Всем спасибо за игру, ребят. Это было легко, ребят. Да, было легко. Спасибо, ребят, Лего красавец и СФ, и также только Пугна, Гандон, остальные все красавцы, ребят. Чё-то пацан Пугну не взлюбил очень сильно. Ба, 26 ПТСиков, хорошо. Сколько там текущих?